15 сентября. В храме во имя святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете начнутся трехдневные занятия для родственников страждущих, то есть зависимых от алкоголя, табака и прочих пагубных привычек. Занятия с созависимыми родственниками пройдут с участием священника и православного психолога. Участники лекций на занятиях узнают, как много зависит от их помощи в избавлении от зависимости родного человека. Занятия будут проходить 15, 16 и 17 сентября. Начало 18:00. Адрес храма во имя святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете. Екатеринбург. Улица Куйбышева, 39. Справки по телефонам. Плюс 7. 912 226 80 50. Плюс 7. 912 237 24 08.